Друзья, всем добрый день. А мы с вами в Карелии, друзья. Карелия, Карелия, Карелия. Да. Сегодня выдался неудачный день для рыбалки, был дождь, поэтому мы с Антошенькой решили поменять масло в этом чудном, прекрасном автомобиле под названием Volkswagen Passat. 2013 года рождения. Да. Ой, 2009 года рождения. Сейчас еще звездюлей Антоша получу. 2009 года рождения. Вы наверняка его уже видели, потому что эта машина простояла. Сколько она простояла? Около 10 лет. И на ней пробег был всего лишь 6500 километров. Антошенька намотал благополучно. Сколько ты намотал? 21 тысячу. Итого сейчас 27500. 21 тысяча километров. В общем, друзья, Антоша решил поменять масло на ней. Да, потому что подходил уже срок замены масла. Но он меняет масло без замены фильтра. Да, так бывает. А знаете почему? И я не знаю. Давайте узнаем у Антоши. Антош, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, почему так произошло. Кстати, смотрите, какая охеренная. Видите, у каждого в доме есть, короче, там щуки водятся. У каждого в доме есть щука. Рыба есть у каждого в доме в Карелии. Похер. Вообще, красная икра каждый день. Вернемся к нашему маслу. Да, почему мы меняем масло без замены фильтра? Потому что так звезды сошлись. Ответ самого главного автомеханика нашего... нашей автомастерской, потому что так звезды сошлись. Всем хорошо. Так, будет дубль, друзья. Пойдемте дальше. Так, да, опять же речка в каждом доме. Итак, рассказываю. На этой машине я меняю масло каждые 5000 километров, а фильтр ходит дольше. И учитывая сейчас цены на фильтра, мой фильтр стоит на эту машину в районе 3800 по московским ценкам, расценкам. Вот. Фильтр я менял 5000 назад. Но масло мы меняем, а фильтр оставляем. Эти машины страдают, точнее не машины, а моторы 1.8 TSI страдают масложором. И это очень хороший эксперимент для меня. В плане того, что я придерживаюсь того мнения, что машины и моторы гробятся в тот период, пока не обслуживаются на дилерстве. На дилерстве на них замена масла 10-15 тысяч километров. Пока народ пытается сохранить гарантию, меняет каждые 10-15, мотор уже за это время закоксовывается. Езжу я на обычном Лукойле Genesis 540 с допуском 502-505. Замена каждые 5 тысяч километров. Также есть проблема с цепями на них. Вот. И посмотрим, до чего доведет моя такая частая замена. И подтвердится ли, что моторы дохнут из-за долгих интервалов замены. Вот и все. Собственно говоря, друзья, добавить у меня больше нечего, потому что вы получили развернутый ответ по поводу данного автомобиля. Всем спасибо, всем пока.